Так, вот у нас телевышка. Одно четкое попадание вверх. Вон, разбито. Вот у этого здания слабые следы горения. На первом этаже выбило стекла. Со слова охранника никто не пострадал. Это дерево горит. Вот еще одна ракета, которая вон воткнулась, взорвалась и дала, наверное, основную детонацию. Вот четыре трупа. Такое впечатление, что это семья, которая шла вместе. Потому что они находятся все вместе. Нету следов разброса взрывной волной. Вот сзади горящее здание. Вот это бывший спортзал «Авангард». Он как раз догорел. Вот одна машина, которая рассечена. Скорее всего, что там тоже будет потерпевший. Вот машина, джип белого цвета на водительской стороне. Четкий проход осколка внутрь. И скорее всего, что тут тоже будет раненый. Даже не скорее всего, а однозначно. Либо убитый. И вот еще один труп мужчины. Его напрямую посекло осколком и отбросило ударной волной.